Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Елизавета Доброва. В пятницу синоптическая ситуация в Зауралье обусловится антициклоном, благодаря чему жители региона ждет погожий и аномально теплый денек с температурным режимом на 7-10 градусов выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске от 19 до плюс 21, без существенных осадков. В Кургане переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, 1,6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба. 22 апреля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!